Всем привет! Сегодня я хочу начать свое видео с посылочки, которую я сегодня получила. Вот такие растишки я получила. Они пришли в очень хорошем состоянии. Все целенькие, зелененькие. Вот это Брунера, это Калина Бульданеш, три Барбариса, вот, и Клематис. Я так очень довольна. Все было хорошо упаковано. Вот такими вот коробочками. Вот коробкой. И подарили вот еще мне. Я это не выписывала. Вот это вот мне еще подарили. У нас сегодня 8 июня. Вот такая вот погода почти каждый день. У меня цветут ирисы. Вот такая вот красота. Вот пчелки летают, слышно. Лилии начали цвести. Вот я купила вот такие вот, как перголы. Вот так картошка большая уже. Вот так красиво цветет пион. Здесь уже будут цвести лилии. Вот шел дождик и испортил уже один пиончик. Такая вот красота. Ну, очень красиво. У меня вылазят здесь калы. Вот. Это калы. Занесла я петунии в теплицу, потому что на улице идет дождь, они от дождя становятся плохими. И вот так вот они у меня здесь стоят. Помидорки вот такие уже большие. Вот так подросла картошечка. Здесь у меня редиска. Огурчики. В открытом грунте. Было у нас ночами холодно, пришлось закрывать. Я все укрывала. И вот так у меня подросла капусточка. Ну, так вроде бы неплохо растет. Здесь у меня цветная капуста подросла. Ну, скоро покраснеет клубничка. Земляничка садовая. Вот такие вот крупные. Вот так подросла морковка. Я бы сказала, неплохо. Вот такая вот морковочка. Две грядочки. Это наш Степа по огороду лазит. А здесь у меня огурчики. Он уже цветут вовсю. Но я не буду заходить здесь. Вот у меня стоит оградка от кошек. Вот. Вот такие вот уже высокие. К тому же цветут внизу огурчики. Актинидия вот так растет. Вот. Ну, на этом все. Всем пока-пока.